сейчас уже будет. Надеемся, что это сработает. Если нет, то мы продолжим визуальный заход на полосу 14 правую. Message. Угу. Все правильно. Итак, вот он наш поворотик. Сейчас мы перейдем в heading select, как пункт называемый буржуйскими авиаконструкторами, как только самолет у нас выровняется. Скорее всего, он сделает это по курсу 210. Ну или нет. Итак, мы переходим в режим ЗК. Нет, переходим в режим заход. Нет, переходим в режим ЗК, потому что у нас заход какой-то неправильный. Итак, мы снизим скорость до 350 узлов. Километр в час, вернее. Вот так вот, теперь заход глиссада. Слишком резко поворачивает. Ой, что это произошло? Ой, что это, ой, что это? Это что набираешь? Так, нет. Спускаемся. СК. Ой, что ты делаешь? Ой, что ты делаешь? Сейчас у нас нестабилизированный заход будет. Закрылки выпускаются синхронно. Спускайся. Закрылки 28. Да спускайся же ты. Давай. Активируем сейчас, попробуем это сделать. Держим высоту. Скорость снижаем до посадочной. Шасси выпускаем. Посадочная. Закрылки выпускаются синхронно. Стабилизатор перекладывается. Закрылки 36. Закрылки 36. Закрылки 36. Закрылки 36. Я понял. Закрылки выпускаются синхронно. Так, сейчас наш самолет. Закрылки 45. Курсом глиссадную систему. Будем надеяться, что это сработает. Итак, вот наша глиссада. Сейчас мы начнем снижение по ней. Судя по карте, самолет правильно все делает. Остается только ему довериться. Да. И похоже у нас. Так, закрылки у нас выпущены. Давайте сделаем чек-лист. Так. До пролета ДПРМ. Вот так вот. Механизация крыла. Выпущено. Закрылки 4, 5. Стабилизатор РВ. Блин. Шасси. Ой, забыл. Как забыл? Выпущено же шасси. Может, если так? Выпущены, зеленые горят, а, кран вот. Нейтрально. Да, кран. Загружатели РВ, РН.
Отключены, табло горят. Фары. Выпущены. Карта выполнена. Итак, карточка у нас выполнена. Мы отключаем автопилот. И ручками пока только горизонтально рулим. Скоро вертикально будем. Да я качаю нас слишком сильно, но ничего. Флайт-директора мы садимся. По стрелкам, как их здесь называют. Проблем возникнуть опять же не должно. Автоматяги отключаем. Автопилот отключаем. АБС убираем, убираем, убираем. И сразу же мы оказываемся ниже глиссады, что приходится нам корректировать сейчас. Это ничего, потому что посадка у нас стабильная, номинальный режим нам не требуется, а значит ухода на второй круг не последует пока что. Ну и вообще ухода на второй круг не должно быть, судя по положению нашего самолета пространственного и погоде. А погода у нас хорошая, ветер 130. Опять же проблема. Глиссада. Глиссада, да. Глиссада. Сейчас набираем. Что-то здесь чувствуется чуть-чуть отличное от тех же Airbus'ов и Boeing'ов. Не знаю что. Может быть, потому что даже когда у тебя тангаж отрицательный, тебе кажется, что у тебя тангаж положительный. Может быть, в этом штука. Мы будем идти чуть ниже глиссады на всякий случай. Чтобы она нас не привела к беде. Садимся! 50. 40. 30. Высота 25. 20. 10. Малый газ. 5. А, осадочка. Реверс. Реверс включен. С посадочкой. Реверс выключен. Интерцептор убрать, закрылки убирать. Поворот колеса. Стабилизатор перекладывается. Фары убрать. Предкрылки ну что ж, дамы и господа, добро пожаловать в Москву.